Итак, узор. Я его называю узор бабочки. Количество петель должно быть кратно 5, потому что каждая вот эта бабочка состоит из 5 петель. Далее, основное вязание платочная гладь, лицевой ряд лицевые петли, изнаночный ряд изнаночные петли, всего 6 рядов. Соответственно, эти промежутки вы можете варьировать на свое усмотрение. Вяжем бабочки. Для этого кромочную петлю снимаем, продеваем спицу в петлю и делаем 3 накида. 1, 2, 3. И эти 3 накида мы протягиваем через петлю и продвигаем на спице. Далее снова 1, 2, 3 и продеваем. 1, 2, 3. И продеваем. И так до конца ряда. Так, и последняя петля кромочная, изнаночная. Вот сколько у нас получается много петель на спицах. Теперь второй ряд изнаночный. Кромочную петлю снимаем, немножко вот так вот протягиваем, чтобы она была посвободнее. Далее. Смотрите, снимаем петлю, вот эти все 3 накида, и переодеваем на правую спицу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такие длинные петли у нас получаются. 5 мы их переодеваем на левую спицу и провязываем изнаночной. Вот так вот делаем обратный как бы накид. Еще одну петлю вывязываем, накид и вывязываем. То есть из 5 петель мы делаем 5 петель. Далее снова точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаем и делаем из них 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И так до конца ряда. Готово. Далее вяжем в лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями. 6 рядов. Вот так вот выглядит этот узор.